Всем привет! Это Алекс Ной. И, как вы видите, я решил немножечко сменить свой имидж. Теперь вместо гламурных рассказов о хипстерской жизни будут только реально брутальные обзоры. Я решил взять эту тачку, которую все так сильно нахваливают, и разбить все эти рекламные мифы вдребезги. Ребятушки, как вы видите, я нахожусь в реальном песчаном карьере, в который не пускают никого. Но, как вы понимаете, для меня не существует слова «нет». Чё? Эй! Эй! Кто-нибудь помогите! Пожалуйста! Кто-нибудь помогите! Мама! Пожалуйста! Кто-нибудь помогите мне! Мама! Давай! Ну! Ну давай, давай! Да! Чё это было? Эй, здесь кто-то есть? Спасибо тебе, бро! Кто бы ты ни был! Хотя бы я сам справился. Ну что, ребятки, мы проверили эту тачку в песчаном карьере. Сейчас поедем на дорогу и выжмем из нее все на трассе. Все, погнали. Ну что, родненькие мои, продолжим? Да, вы знаете, этот зверь довольно неплох в песках. Его полный привод и система помощи при спуске и подъеме просто кайф, да! Чё? Эй, стой, 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 ты чего? Стой! Ну что, ребятушки, если бы я бы это не снял, то никто бы мне не поверил. Эта тачка реально живая. Да, этот материал просто бомба. Теперь мой канал будет в топе. Что за... Так, что это... Что это было? Так, уши или гадюка? Гадюка, что же делать? Так, обыкновенная гадюка. Ядовитых змей, рот настоящий. На ядовитых. Блин! Так, что же делать? Так, нужно время. Так, яд гадюки действует в течение 20 минут, блин! Говорила мама, в офисе нет, блин! Почему я? Дорогие подписчики, с вами был я, Алекс Ной. Спасибо, что были со мной. Я даже до больницы не успею доехать. Маршрут построен. Алло, здрасте, это Алекс Ной. Да, я утром брал у вас Амарок на тест-драйв. Скажите, а сколько он стоит? А, супер. Ну, я тогда возьму его сегодня. Volkswagen.